Одно время я работал таксистом. Несмотря на то, что приходилось работать день и ночь за гроши, у меня хотя бы была работа. Были тяжелые времена, и многим приходилось похуже, чем мне. Как раз такси и стало причиной моего знакомства с ребятами Сальери. У меня был перерыв. Я только что поставил машину и вдруг услышал звук страшного удара. Сэм, ё-моё, в меня попали! Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне башку. Шевелись, давай! Куда едем? Куда угодно. Быстрее, черт подери, быстрее! Еще быстрее, чем Сэм! И я рванул. Чуть не оставил покрышки на дороге. Только бы убраться подальше от джентльменов, которые преследовали моих новых клиентов. Теперь слушай внимательно. Нам нужно стряхнуть его с этого. Если не сможем, нам конец. Тебя это тоже касается. Так что жми на газ, пацан! Ты их, Сэм! Слушай это! Сдохни! Я пытаюсь, но я не привык так быстро ездить. Моя башка точно ходит. Думаешь, мне хочется попасть в аварию? Я стараюсь. Быстрее. Пытаюсь, но это же не гоночная машина. Шевелись, если хочешь спасти свой зад! Шевелись! Вернись! Шевелись! Хочешь заработать дырку в голове, а? Мое такси! Шевелись! Я не хочу умирать! Осторожнее, не можешь? Шевелись! Шевелись, если хочешь спасти свой сад! Господи! Давай шевелись! Что ты тащишься, как черномазый таксист? Пытаюсь, но это же не быстрее. Гоночная машина! Отлично. Все путем. Хорошая работа, брат. Теперь вези нас в бар Сальери. Я покажу дорогу. Thank you.
ты ведешь, а? Сам тебе кое-что передаст от мистера Сальери. Спасибо за помощь. Мистер Сальери хочет поблагодарить тебя. Мы с Полли присоединяемся. Это в качестве возмещения за испорченную машину и в знак благодарности. Да, конечно, спасибо. Передайте поклон мистеру Сальери. Мистер Сальери хочет, чтобы ты знал, что он очень признателен.
Если тебе что-нибудь понадобится, можешь прийти и попросить о помощи. Мистер Сальери не забывает друзей, которые помогли ему в трудную минуту. Если хочешь, мы бы могли найти для тебя работу здесь. У нас всегда есть место для хорошего парня вроде тебя. Ладно, ладно, я подумаю над этим. Спасибо. Правда, спасибо. Я лучше поеду, проверю машину и все такое. Хорошо, я понимаю. Обдумай мое предложение. Я надеюсь, ты понимаешь, что все должно остаться между нами. Будь осторожен, парень. Когда я открыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Там было куда больше, чем стоил ремонт машины. Но я даже и думать не мог об их предложении. Я не хотел иметь дело с преступниками, будь у них хоть все деньги в мире. Лучше быть бедным, но живым, чем богатым покойником, верно? Я собирался починить машину и как можно скорее забыть об этом день, но, как любила говорить моя мама, никогда не знаешь, что Господь припас для тебя.